И снова всем доброе утро, друзья и подписчики моего канала. С вами снова Михаил. Сегодня у нас на обзоре будет следующая утепленная куртка от фирмы Капа. Называться она будет куртка мужская, пуховая, артикул 104-646, ценник 8500 рублей, размер я взял 52. Medium large получается, ML. Бренд Капа, итальянский бренд, слоган People on the move. Люди в движении. Это их логотипчик. Девушка с парнем, сидящие спина к спине. Значит, что про эту курточку я могу сказать? Утеплитель здесь тоже синтетический пух, как и в Nike. Рассчитано от 0 до минус 15 градусов максимальная температура. Пройдемся по карманам. Внутренний карман слева на липучке. Два кармана слева и справа. Молния. Прорезиненная, чтобы влага не попадала в молнию. Как вы видите, вот она прорезиненная. Такие вот собачки с логотипом Капа тоже. Логотип Капа с левой стороны. Самое интересное сзади, ребят. Сзади тоже большими буквами логотип Капа. Authentic Sportswear Brand. Sans 1967. Такая вот курточка, ребята. Это тоже парка, имеется хвост. Так вот она выглядит. Кстати, чем-то напоминает Nike, но капюшон. Капюшон более объемный, кстати, в этой куртке. Вот. По поводу манжет. Ну, манжеты здесь обычные, вообще просто их нету. Просто рукав. Никак не затягивается. Просто это, на мой взгляд, минус, конечно. Ну давайте сейчас мы ее померим, посмотрим, как она будет смотреться на мне. Так, ребята, вот так эта моделька смотрится на мне. Молния, кстати, смотрите, тут как модно сделано, да? Такая вот, такой язычок. Так, курточка, в принципе, сидит неплохо. Но широковато, на мой взгляд. То есть вот по бокам она все-таки рассчитана. Ну, это размер я взял 52, мне полтинчик подошел. Карманы, кстати, открываются снизу вверх. Что довольно-таки непривычно. Обычно сверху вниз, а здесь сверху. Снизу вверх. Это вот так вот. То есть нужно сверху открыть. Но опять же, это да, это на любителя. Вот такой вот рукав. В принципе, достойная курточка. Внешне смотрится очень даже неплохо. Сейчас одену капюшончик. Ну, вот так вот она выглядит с капюшоном. Ха! Смотрите, как интересно. Собачка-то отстегивается, она на карабинчике. Я чуть не посмотрел этот момент, да, она отстегивается. То есть ее можно отстегнуть. Интересно, интересно, да. Выполнено. Типа, чтобы тянуть, да, с нее. Ну ладно, потом пристегнем. Вот, в общем, вот, ребят. Такая куртяшечка. Уже жарко становится. Утепленная. В принципе, куртяшка неплохая, ребят, но есть ряд минусов. Из минусов я хотел бы отметить отсутствие климатической мембраны, но в принципе это небольшой минус. Дело в том, что эта куртка рассчитана на повседневное хождение, то есть для города, да, не куда-то в походы, не для активной носки, скажем так, не для велосипеда, не для сноуборда, просто походить, погулять. А второй минус — это манжет. То, что его тут нету, просто обычный рукав такой трубой. Это минус. Еще какой минус? Ну и то, что она широковата и не имеет затяжку по объему. Я люблю, когда куртки по объему чуть-чуть затягиваются. Но это лично моя придирочка такая. А в целом модель очень достойная. В принципе, фанатам фирмы Капа, я думаю, ребят, зайдет. Те, кто любит бренд, тот, кто следит за данным брендом, покупает вообще обувь Капы и одежду, тем очень даже зайдет. Так что, ребята, всем, кому понравилась данная моделька, приходим в магазин Спортмастер и покупаем ее.
А на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам счастья, добра и хорошего настроения. Добра и здоровья вашим близким, друзья. Увидимся в следующих видео. Всем пока.